Актриса сообщила поклонникам трагическую новость. У звезды умерла бабушка, мама Александра Абдулова. По словам Алферовой, они были очень близки с Людмилой Александровной. Подписчики приносят ей соболезнования. Телеведущая и актриса Ксения Алферова сообщила подписчикам грустную новость. У звезды умерла бабушка. Алферова была очень близка с пожилой женщиной. В микроблоге артистки часто появлялись снимки вместе с мамой ее отца. Актриса с уважением относится к родственнице и отмечает, что-то многому ее научила. По словам Алферовой, Людмила Александровна проводила много времени с внучкой, когда она была маленькой. Людмиле Александровне было за 90 лет. В видеоролике, которым поделилась Алферова, пожилая женщина утверждает, что не чувствует возраста. Много на долю бабы выпало. Все с огромным достоинством прошла, совсем справилась. Такой земной путь тяжелый прошла. А как папа бабу любил, все для нее делал, подписала ролик Ксения.